Всем огромный привет! Сегодня у меня очень вкусное блюдо, которое мои родные просят готовить не только к ужину или к обеду, но и на праздничный стол. Продукты в этом блюде прекрасно сочетаются друг с другом, а самое главное, что не нужно стоять у плиты. Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки. Мелко нарезаем лук. Ну а картофель я нарежу кружочками. Форму для запекания я смазываю растительным маслом. Первым слоем кладу куриную грудку. Немного подсолю и поперчу. Сверху присыпаем луком. Ну а на лук кладем картофель. Картофель также нужно подсолить. Сверху смазываем сметаной. По желанию можно смазать майонезом. Накрываем фольгой и отправляем в духовку. Температуру устанавливаем 200 градусов на час-час 10. Ну а тем временем нарежем консервированные ананасы и натрем сыр на крупной терке. Теперь присыпаем консервированными ананасами. Кстати, по желанию их можно не добавлять. И засыпаем сыром. Отправляем обратно в духовку минут на 5-7. Пробуйте, готовьте, это просто и очень вкусно. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и всем пока-пока!